dvhub.ru. Большое внимание уделяется вопросам законности правового регулирования в сфере защиты прав инвесторов. На региональном уровне прокуратуры края выявляли ставшие ограничения возможности принятия хозяйственным субъектом, с которым заключен специальный инвестиционный контракт, обязательств по строению производства промышленной продукции. Отсутствие нормативного акта общих сроков прохождения документов и принятие итогового решения о признании инвестиционного проекта приоритетным. Отсутствие административных регламентов. По всем фактам принятые меры реагирования незаконные акты приводятся в соответствии с законом. Прокуратура края инициировала исключение из порядка предоставления инвесторам налоговых льгот требования о направлении средств на общественно значимые цели в качестве обязательного условия получения налоговой льготы. Прокурорами становятся процедурные факторы муниципальной правовой карты. Это неполнота правового регулирования предоставления муниципальных гарантий. Отсутствие правовой карты устанавливающих порядок заключения и реализации специального инвестиционного контракта. Выявлялись недостатки в организации органов исполнительной власти края работы с инвесторами. Дублирование полномочий министерств, проводящих работу в инвестиционной сфере и органов, созданных для оказания поддержки предпринимательству, не обеспечивают ясность прохождения необходимых процедур для инвесторов. Одной из ведущих областей региона является лесопромышленный комплекс, для развития которого бизнес реализует ряд инвестпроектов. Между тем, отдельные предприятия не укладываются в установленные сроки, имеют проблемы при реализации проекта. При этом организационные функции, возложенные на правительство края, как координатор реализации инвестпроекта в области своих ресурсов, не реализуются должным образом. Выявлены административные барьеры при работе с инвесторами, в том числе при оказании государственных и муниципальных услуг. Министерство инвестиционной и земельной имущественной политики Хабаровского края выявлены факты систематического неинформирования либо информирования с нарушением срока инвесторов о результатах рассмотрения их заявок. Установлено отклонение инвестиционного проекта строительства водно-спортивного комплекса в городе Комсомольске-на-Амуре по основанию, строительство которого инвестор самостоятельно не может. В результате вмешательства прокуратуры края прекращена практика взыскания фондом оказания поддержки малому и среднему предпринимательству денежных средств за проверку документов предоставления предпринимателям микрозайма в рамках государственной поддержки. В настоящее время ведется работа по возврату незаконных взысканных средств, общая сумма которых составила более 1 млн рублей. Прокуратура города Хабаровска и деятельность городской администрации установлена порядка 20 факторов незаконных отказов выдачи разрешения на строительство и вот объекта в эксплуатацию. Приняты меры реагирования. По материалам прокурора возбуждено уголовное дело по статье 169 Уголовного кодекса Российской Федерации воспрепятствование законной предпринимательской деятельности в отношении директора МУП города Хабаровска «Горсвет», который создавал барьеры предпринимателям при заключении договора на поставку электротехнической и кабельной продукции. Благодаря своим принятым прокурором города Комсомольска на Мулимира произошла полная оплата по муниципальным контрактам в рамках территории опережающей социально-экономического развития. Не оставлен без внимания прокурора вопрос осуществления надзора за исполнением бюджетного законодательства в инвестиционной сфере. Так, проверка автономной некоммерческой организации «Тарелок себя Синефон» и курирующего Министерства сельского хозяйства края установлены факты неправомерного использования фондом субсидий в размере около 38 миллионов рублей. 4 миллиона уже возвращено, по остальной сумме в настоящее время принимаются меры по возврату незаконно используемых средств краевого бюджета. Течение бюджетных средств, инвестированных в развитие объектов инфраструктуры края, крайне негативно отражается на инвестиционной привлекательности региона. При строительстве Мусского забора заказчик проекта «Водоканал» обеспечивал участие в реализации только подконтрольных ему и оперированных фирм, ограничивает доступ к иным предпринимателям, похитив свыше 130 миллионов бюджетных средств. По материалам прокурора возбуждено уголовное дело 9 средств. В сфере осуществления государственного контроля и надзора не допущено включение плана проверок резидентов без соблюдения установленной процедуры. Вместе с тем, прокуратура выявила неплановые проверки резидентов в отсутствие необходимого в данном случае согласования с Минпросторг развития России. Постановление прокурора государственный инспектор труда привлечен к административной ответственности самоуправства. dvhub.ru